Во дворце спорта «Триумф» прошел турнир городского округа Люберцы по восточному боевому единоборству. В нем приняли участие дети от 8 до 17 лет, которые уже добились определенных успехов и готовы побороться за путевку на региональные и всероссийские соревнования. За поединками наблюдала наша съемочная группа. Свои умения и результаты усердных тренировок показали 113 юных спортсменов. Это лишь небольшая часть воспитанников отделения восточных боевых единоборств комплексной спортивной школы Олимпийского резерва. Борьба за звание лучшего шла в двух соревновательных дисциплинах. Кота, которая сейчас вот за спиной проходит поединок, и кумите, формальные упражнения. Вот. Эти соревновательные дисциплины включены в единый перечень дисциплин, которым проводятся, в общем-то, и соревнования, и по которым ведется отбор для дальнейших соревнований. В турнире принимали участие мальчики и девочки. В своей возрастной категории ученица 8-й школы Екатерина Семенова заняла первое место. Торжественное награждение состоялось сразу после поединка. Мы занимались нашей группой, у нас были всякие разные спарринги. Дома меня гоняла сестра, и так и пришли к результату. Карате учит никогда не сдаваться. Идти вперед, никогда не останавливаться на достигнутом. Копилку медалей и достижений пополнил и 10-летний Артем Григорян. Среди своих ровесников в дисциплине сёто-кан кумите он стал победителем. Я доволен, но мне кажется, соперники не моего уровня, но должны быть чуть посильней. Спортсмены, которые заняли призовые места, получат возможность выступить на отборочном турнире, который состоится в декабре этого года. В городском округе определят участников сборной Московской области, а это уже в дальнейшем путевка на первенство ЦФО и России. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.